Как будто день рождения. Как будто день рождения. А это как она держать, эта фигня будет? А это, ну, мы будем монтировать. Это для телефона. Понимаешь, потому что мало ли там навигацию. Вдруг ты к нам поедешь и не знаешь, куда ехать. Все, целоваться. Хочешь, тебе же? Вот у меня сестра. Кому? Тебе? Это лет я да. Её не видел. Да, 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 это я. Смотрит клон. Кто? Кто, кто? Где? А это что, мой бабушки или как? Тебе. Вот это тебе, Фен. А я с тобой по блату буду тебе подмазываться, с тобой сушить волосы, потому что я тоже с Феном. Нет, ты этого чехончика-то открой, и мне так интересно, какой он на самом деле. Подождите, интересно, что там выйдет пушистое? Это же балакнот, вы думали, это кто? Подожди, Ванечка, подожди, дай Ксюш сама. Это же для записи. А еще есть ручка принцессы. Красота, да ведь? Чем такая же волшебная, как и ты. Тарасу всем большое спасибо. Тарасу Глутвины, Осиповы. Всем гранд мерси.